Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Nissan Qashqai 2008 года выпуска. Двигатель 2 литра, вариатор, полный привод. Пробег на автомобиле 29 тысяч километров. Заменю передние тормозные колодки. Колодки стоят еще родные, оригинальные, которые шли с завода. Многие сомневаются, что у автомобиля такой пробег. Да, это реально пробег. Поднимаю автомобиль. Снимаю передние колеса и снимаю суппорта. Поднял автомобиль, снял колеса. Ослабляю оба болта, верхний и нижний. И снимаю цилиндр. Цилиндр сразу утоплю. Жидкость немножко откачиваю, потому что на последнем ТО, а машина обслуживалась у официалов, они добавили тормозной жидкости. Нет, чтобы заменить колодки, добавили жидкость. Нет, с одного цилиндра хватает, чтобы ее вдавить, а вот со второго цилиндра придется откачивать. Поправляю пыльник. Все, пыльник на место поправил. Снимаю направляющие, и верхнюю, и нижнюю. Дело в том, что они смазаны, но ходят они уже туго. Протираю и убираю старую смазку изнутри. Беру тряпочку, наматываю на отвертку и вытаскиваю старую смазку. Также и нижнюю направляющую тоже. Нижняя с резинкой. Тоже наматываю тряпочку на отвертку маленько. И убираю смазку. Смазку использую Toyota. Немножко беру на отвертку с горошину. И завожу вовнутрь. Также и вниз. С направляющей всю смазку старую хорошо стираю и
Смотрим, что под посадочный подпыльник тоже было чисто и без коррозии. Смазываю направляющую ее тоненьким слоем. Это у нас квадратик нижний. Все ходит мягенько. Уходит до конца полностью, подпора нету. И таким же образом верхнюю. Тоже смотрим подпыльник, чтобы чисто было. Также тоненьким слоем ее смазываю. И завожу на место. Все, напыльник оделась. Ходит. Беру новые колодки. Колодки я буду использовать не Шимба, ПФ-2546. Колодки идут без, а нет, с пескуном. Замечательно. Переставляю противоскрипные пластины, которые у нас на старых колодках стоят с радиаторами. Снимаю скобы. Чищу их. И чищу посадочные места. Пластины почистил. Пружины, скобки. Ставлю их на место. Смазываю торцы колодок смазкой Bosch. Номер ее идет 5-6-0-150-44. Это зазор, потому что диск стоит не зажатый. Сейчас поджимаю, все встает на место. Устанавливаю на место цилиндр. Поправляем проточки на направляющих. И наживляю болт.
выработка на диске незначительная. Но вот оригинальные колодки вот так вот поступают с диском. Вот эти нишимбы отходят в два раза больше. Если эти отходили 29 тысяч, эти отходят минимум 60. И износ диска сильно не увеличится на этих колодках. Ставлю на место колесо. Аналогичным образом меняю со второй стороны. После этого нажимаю на педаль тормоза 2-3 раза. И на этом все. Замену тормозных колодок я сделал. Всего вам доброго.